До конца года мы планируем дополнительно заключить государственный контракт на поставку многофункциональных самолетов Су-35С. Сумма контракта составит 70 миллиардов рублей. Собственно, мы за этим приехали, убедиться в том, что предприятие в состоянии этот контракт выполнить. Надеюсь, сегодня мы услышим убедительные доводы, потому что и модернизация завершена, и дополнительные меры будут приняты для выполнения этого важнейшего контракта. Помимо этого,